Председатель Госдумы Сергей Нарышкин в Петербурге посетил музей политической истории. Он не только осмотрел экспозиции на всех трех этажах, но и подарил директору музея только что отпечатанный экземпляр газеты со своей статьей. Она станет первым экспонатом новой выставки «Человек и власть в России» в 19-21 веках. Именно с подарка председателя начинается формирование витрины, посвященной предстоящим выборам 2016. Сергей Нарышкин рассказал, как проходит избирательная кампания. На мой взгляд, она проходит достаточно спокойно. Вот, и подавляющее большинство участников политических партий ведут себя спокойно и воздерживаются от каких-либо острых или даже провокационных лозунгов и действий. Сергей Нарышкин также отметил, что ситуация должна оставаться такой же спокойной и достойной до дня единого голосования, чтобы не играть на руку тем, кто хотел бы очернить избирательную кампанию.